Всем привет, друзья! Сегодня, как обещал, будем продолжать взрывать вот это болото. Смотрите, как мы здесь повзрывали в прошлой серии. Было классно. Кто не видел, посмотрите. Взрывали очень мощные петарды. Сегодня повзрываем также не менее крутых петард. Давайте выберем. Смотрите, вот такой, таких две больших коробки. Я уже говорил, если будет много лайков, будем взрывать. Пока все не довзрываем, будет очень интересно. Давайте выберем, какие петарды. Повзрываем, как и обещал, взрываем вот этот Ахтунг. Давайте еще забахаем вот такой супермощный горилла-бомб. Так сказать, выберем наборчик на сегодня. Можно взять вот этот Super Banger P5000. Так, выберем разные К1000, Тандеркинги. Во, они классно взрываются на воде. Смотрите, вот такие Shark К05, К5000S. Забахаем. Чтобы не повторяться, возьмем вот эти. Так, что тут у нас еще есть? Пиратка есть, смотрите, черная кошка есть. Все это мы... сейчас будем проверять. Так, пока хватит, если что, возьмем еще. Тут еще мышки есть, сейчас будем тоже с розочками тестить. Так что давайте начнем. Так, беру поудобнее штатив и погнали. Так, хочу первую затестить вот эту черную кошечку. Посмотреть, взорвется в воде или нет. Есть, она пошла на дно и хорошо взорвалась. Так, уже хорошо, начало положено. Давайте теперь К05. Вау. Бахнуло хорошенько. Так, давайте вот прям туда закинем. Будет хорошо видно взрыв. А давайте что-то большое. Например, вот этот горилла-бомб. Блин, куда-то в кущи упал. В траву. Там такой кусок травы вынесло, смотрите. Вот это да. Так, давайте теперь там еще бахнем рядом К1000. У, забомбили там все. Смотрите, как дым валит. Как после дымовухи. Тандеркинг. Это да. Смотрите, прям трава плывет. Расчистили. Давайте Шарк затестим, взорвется в воде или нет. Как думаете? Я думаю, да. Есть, бахнул. КП-1000С. Жахнуло. Так. К1000. По-моему, на дно. Да, пошел на дно. Треугольник. Давайте запустим свистульку. Забрызгала нас водой. Давайте еще одну. Только в другое место. Так. Прямо. Блин, просрала. Ну ладно. Так, берем вот этот бенджер. Не знаю, взорвется или нет. Тут какой-то дохлый фитиль. Ну, проверим. Все-таки взорвался. Уже хорошо, что хотя бы взрывается. Так, смотрите, есть мыши. Мыши вот эти. О, чуть не уронил. Давайте вот эти все довзрываем. Блин, застряла одна. Вроде бы все. Все вынул. Так,
Давайте их тестить. Побросаем в резку. Как они будут плавать? Блин, на дно пошла. Так, ребят, предлагаю взорвать одну петарду сверху, чтобы расчистить место. Под эти мышки, чтобы было видно все. Так. Есть взрыв. Блин, муравьи кусаются, капец, красные. Так, логово ихнее тут разбомбил. Опа. Так, придется еще одну петарду бросить, чтобы расчистить. Есть. Давайте еще одну. Это жахнуло. Ого, ребят, аж мул всплыл. Жесть. Мощно взрывается, капец. Обожаю такие петарды, которые мощно на воде взрываются. Так, давайте еще. Есть. Так, давайте еще выберем каких-то розочки. Тоже классно идут. Так. Бенджер. Отлично взрывается на воде. Вы видите? Супер пошло. Так, розочку теперь. Есть взрыв розочки. Давайте одну сюда. Плохо, что розочка может стрельнуть в вас этими гипсовыми заглушками, поэтому приходится отворачиваться. Так, давайте что еще затестим. Давайте треугольники. Два. Red Bull. Еще можно. P23 здесь были. FP3. Бенджеры. Смотрите. Так, тестим. На дне бахнуло где-то. Так, есть у нас FP3. FP3 тоже хорошо рвет наверху. Не тонет. Так. Теперь треугольник. Блин, просрал. Еще один. Тоже просрал или так взорвался? Не знаю. Напишите в комментарии, как вам показалось. Бенджер. Капец, опять курсают муравьи. Под футболку уже залезли. Давайте выберем еще больших петард побахать. Так, что у нас тут есть? Crazy Robots. А здесь у нас классно. Так, кобра классно взрывается с эффектом. Еще давайте вот эти К1000. Несколько штук. Будет топ. Так, сначала Crazy Robots. Подводный взрыв. Так, теперь кобра. Капец, затухло. Очень обидно.
Ну что, давайте теперь К1000. Четко болото взлетает. Еще одно. Теперь поближе. Как-то там на дне бахнуло. Так, и давайте последнюю петарду. Напоследок, как и обещал, вот такой ахтунг. Забабахаем. Давайте просто на середину брошу. Посмотрим взрыв. Если он вообще взорвется. Четко, ребят, разнесло. Блин, обожаю взрывать в таком месте, в болоте. Очень классные взрывы получаются. Вот. Есть еще, короче, много мощных петард. Свистульки вот такие остались. Если хотите, чтобы довзрывал в следующей серии, давайте наберем 2000 лайков. Приду обязательно повзрываю здесь. Если вам это будет нравиться, буду смотреть по лайкам. Так что, ребят, пишите комменты, что думаете по поводу сегодняшнего видео. Как вам такие петарды, какие петарды дальше взрывать, что вы хотите видеть на моем канале. Смотрите обязательно видосики новые. Также подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Подписывайтесь, ребят, на второй канал. Ссылка будет здесь, а также внизу в описании. На втором канале выходят также классные видео с петардами, как и здесь. Очень интересные, поэтому, ребят, рекомендую подписаться. Смотрите, здесь 4 видео, они тоже классные. Может быть, вы их еще не видели. Специально выставляю по 4 штуки для тех людей, кто пропустил. Подписка на канал, ребят, обязательно лайк. Поддержка канала. Пишите, какие петарды еще покупать, что взрывать, какие тесты, эксперименты проводить. С вами был ТНТ Фокс. Пока-пока, до новых встреч.